хотите узнать все о Крите из первых рук? Так вы на правильном пути. Мы вам покажем Крит таким, каким его вам не покажет никто. Дамы и господа, всем огромный привет. Солнечного Крита. Сегодня 17 июня, 7 утра. И мы решились на отчаянный поступок. Мы решили забраться на гору Псилорите. Высота 2456 метров. Но не будем забегать вперед. Расскажу вам все с самого начала. Желание подняться на Псилоритис возникло уже давно, но как-то все не получалось. То настроение не было нужного, то времени, то компании. Ну и сомнения в своих силах тоже играли соответствующую роль, поэтому поездка все время откладывалась. В июне у нас гостил старший сын Святослав со своей девушкой. Так это ж уже компания. Время мы нашли, настроение сами себе организовали. И посмотрев кучу полезных видео, поверили в свои силы. Проснулись мы в 5 утра, чтобы основную часть пути идти пока не жарко. В 7 утра мы достигли места, где заканчивалась автомобильная дорога, переговорили с местными пастухами и начали восхождение. Ехали из деревни Заняна. Как нам сказали, оттуда самый быстрый подъем. Ну, сейчас мы его на себе будем испытывать. Тропинки пока не видно. Идем по дикой местности. Куда идем, не знаем. Посмотрим, куда выйдем. Высота, на которой мы находимся, сейчас около 1600 метров. И нам еще около километра подниматься, немножко уже меньше. Уже немножко преодолели. Ни хрена, дойдем. Девочки и мальчики, с первым снегом. В июне месяце. Крутовато я взял вверх, да? Да, крутовато. Ничего. Сейчас напряжемся, потом отдохнем немножко. На вершине. Тут уже недалеко. Я уже почти пришел. Фух. Куда ты ведешь нас, Сусанин, герой? Пойдите вы нахрен, я сам тут впервой. Ну, выползли. Ну так вот вам тренировка. Красиво тут и хорошо, да? Но надо идти дальше. Давай, пойдем. Она поднималась все выше и выше, пока не достигла самого солнца и не обожгла себе крылья. И упала на самое дно самого высокого ущелья. Ну. А снег, снежок, белая метелица. Ну что, рывок вверх, а потом ты на заднице вниз. Гора Псилоритис, также известная под названием Горный хребет Ида,
находится в центральной части Крита. Снег здесь держится практически до конца июня. Суровая красота этой вершины завораживает. Здесь есть и величественные пещеры, карстовые образования, глубокие ущелья и высокогорное плато. Одно из них – красивейшее плато Нида, находящееся у подножия Псилоритиса. Неподалеку от плато Нида находится пещера Идеон Андрон, в которой мать Рея прятала от своего кровожадного мужа Кроноса маленького Зевса. Гора Псилоритис считалась минойцами священной, а пещера Идеон Андрон была важнейшим культовым местом, что подтверждают найденные в ней при раскопках артефакты. Давай, тут недалеко уже. Самый лучший фитнес в мире. Это да. А если кому жарко, то там есть снежок. Можно прям с горы туда прыгнуть, сугроб в этот, и остыть. Навеки вечные. Навеки вечные. Горный массив Ида содержит огромные запасы воды, которая питает несколько источников и водоемов. Среди них озеро Зарос, плотина Фенеромени и источники Альмирос. Ну что там, можно пройти? Или вокруг лучше обходить? Не, ну вниз идти это нет. И там сыпуха сильная. Ну улетит все. Что, вокруг а так вот идти? Получится, что не получится. Что, по снегу опасно? Нам дальше сюда, наверное. Как-то будем проползать. Ну, блин, альпинисты. Любители. Здесь же в горах пролегают многочисленные ущелья и каньоны. Наибольшей популярностью пользуются покрытые пышной зеленью ущелья Гафарис в Руасе. Известны также ущелья Ворезья, Зоняна, Кири, Крусонас, Врумонеро, Аситес и Платанья. Пару слов о вашей работе. Я хочу ошибиться просто. К
Каменистые склоны Иды покрыты разреженным покровом из колючих кустарников и жестких трав. На восточных склонах горы сохранились участки лесов, некогда покрывавших всю территорию Крита. Фауна Псилоритиса тоже не может похвастаться своим многообразием. Кроме овец и коз, пасущихся на склонах, мы встречали куропаток, орлов и ворон. Критяне зимой здесь охотятся на зайцев. Поднявшись на очередной хребет, я увидел тропинку к Псилоритису, по которой поднимались люди. Мы тоже должны были идти по ней, но недостаточно хорошо подготовившись, мы уехали в совершенно другое место, чем сильно усложнили свой маршрут. Ну что ж, видимо, так было нужно. Может быть, хорошие новости придадут вам сил? За этим холмом тропинка и людей видно уже. Уже рядом. Псилоритис близко. Если хотите, можете так перелезть. Потом там меньше идти будет. Как вам удобно, смотрите. Все, я пошел, жду вас там. Романтика! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня. Или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари, что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери». Какой матери? Парижской. Богоматери.